пищи, не пищи, не пищи. Смотрите, как встретят свинки и клюшки. Большой друг прежде всего, то есть это друг, это член семьи, на мой взгляд, гораздо более больше, чем собаки, потому что собачки тоже у меня, конечно, были с раннего детства, но со свинкой ничего не сравнится. Свиньи, они не понимают, что они свиньи, что они вот как собака. Собака чувствует, что у нее есть хозяин, что она подчиненная. Свиньи считают себя равны человеку, и поэтому постоянно пытаются общаться. Если ты что-то делаешь, там, скажем, моешь полы, они тут же будут пятаками все это помогать делать. То есть они вот делают то, что ты делаешь вместе с тобой, считают себя таким же совершенно человеком. Если посмотреть, вот она у нас средней крупности, есть еще более крупные мини-фиги. Вот. Она не создает никаких проблем больше, чем, допустим, собака. Вот. Собаки, если брать сербернаров или догов, они еще больше. У любимого хорошего. Пойдем еще. Потом... Привет. Привет. У них просто чудо-чанга.